Неделя приема граждан, приуроченная к 16-летию образования Всероссийской политической партии «Единая Россия», завершилась сегодня в региональной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. На встречу с жителями Ленинского района приехал спикер областного парламента Игорь Брынцалов. От местного отделения партии его приветствовал Валерий Венцель. С праздником вас, Игорь Юрьевич. Спасибо взаимно. Валерий Николаевич рассказал о традиционном в день партии приеме граждан на территории всех поселений муниципалитета. Вопросы, вот сейчас мне уже говорил руководитель исполкома, они достаточно разные, но, естественно, основная тема у нас подготовка и проведение всех мероприятий, связанных и с зимним периодом. В принципе, все службы готовы. Есть ряд вопросов, которые на слуху. Вопросы, с которыми обратились жители района к председателю Мособлдумы, касались сфер ЖКХ, здравоохранения и социальной политики. Здравствуйте. У нас вопрос по обеспечению техническими устройствами инвалидов. В этом году до сих пор контрактов на силиконовый чехол нет. Носить протез невозможно. Игорь Юрьевич обещал детально разобраться в конкретной ситуации. Также не останутся без внимания и остальные обращения граждан.